Моя тема, значит, запрещенная история России. Но я с этой темой уже неоднократно выступал перед аудиторией. И, в принципе, единственное, что можно добавить, это то, что, в общем-то, она в конце концов вылилась в хронологическое построение, ну, такое, которое, где я постарался охватить все события, которые нам сегодня известны и важны, именно исторические события, и всех персонажей, на сегодняшний день известных нам, как Спасов, там, значит, основателей религиозных учений, значит, все как бы свести в одну канву и доказать, что это было не многие тысячи лет назад, а всего лишь навсего каких-то 300-400 лет назад. Прежде всего, значит, вопрос последнего потопа, который относят обычно там к 11-12 тысячам лет назад. В действительности, опять же, если смотреть по исследованиям илистых отложений в Азии, там, в Африке, он состояться мог не позднее, не ранее, вернее, 1600, ну, вот я считаю, 11-го года. Интересно, что вот илистых отложений в европейской части России нету. И это объясняется тем историческим фактом, что был такой Гисар. Гисар, он один из почитаемых персонажей в буддийской религии, который сделал, оградил, так сказать, ну, свой народ валом, и волны потопа, значит, не затопили ихнее государство. Гисарская долина, она существует до сих пор в горах, значит, Тянь-Шаня. И я усомнился в плане того, что именно Гисарская долина находится там. Потому что еще когда наши первые космонавты вылетели в космос, они констатировали интересный факт, что, в общем-то, как бы Европа окружена валом, и причем он виден, например, там Медведская гряда, как бы искусственного происхождения, потому что, в общем-то, она вся, как бы получилась, защищена. Местами там, конечно, есть уже разрывы естественного, тоже, вернее, искусственного происхождения. Тем не менее, она была. То есть мне этот факт позволил сделать обобщение, что потоп, в принципе, не коснулся центральной России, европейской ее части и Европы только потому, что вот этот Гисар обнес искусственно валом эту территорию, и наши предки, значит, держали небо, в то время как над остальными районами земли бушевали беспрерывные дожди, ураганы соответствующие. И интересно, что еще моя первая диссертация, которая была посвящена экологии и экологии как последствия ядерных, значит, взрывов и возможной ядерной войны, там было обнаружено такое явление, что когда выпадает много осадков, начинаются землетрясения. Эти вот факты, они хорошо укладываются, когда строят ГЭС всевозможные, вот Братская ГЭС, там был подъем воды где-то на 5 метров всего лишь навсего, и уже, в общем-то, было вызвано землетрясение, тоже 5 метров, 5 баллов. Значит, ну, практически везде, где строились ГЭСы, всегда наблюдалось, как только, значит, перекрывали плотину, возникало землетрясение. Поэтому несложно вычислить, что там, где скапливалось много очень воды, начинались землетрясения, и потухшие вулканы, они приходили в активность. Но а мы знаем, что вулканы, они выкидывают пепел на, ну, в стратосферу, после чего начинаются заморозки. Поэтому всемирное оледенение, которое неизбежно должно было начаться после потопа,
состоялось тоже не 5000 лет назад, как нам рассказывают, когда погибли мамонты. Оно состоялось тоже где-то в 17 веке, сразу после потопа. И почему мы наблюдаем ледники, остатки ледников, как он шел. И не надо опять же думать, что там нужно тысячи лет, чтобы этот ледник расплавился, растаял. Все происходит тоже очень быстро. Пепел вулканический осел, началось все быстро таять. Поэтому, в общем-то, получается, что наша история с нашими эрами, с нашими, значит, динозаврами, она, в общем-то, очень-очень состарена. В действительности все это было совсем недавно. Камни Ики, которые найдены в Мексике, и статуи, статуэтки этих динозавров, которых тоже 32 тысячи найдено, причем таких видов, которые у нас и не зафиксированы в науке, говорит о том, что это не так давно было, потому что эта культура, ну, хоть она и относится к майя, она, в общем-то, существовала тоже не так давно и исчезла. Ну, последние, я считаю, майя, они были еще в 19 веке, доживали свой век. Сейчас ее, эту культуру связывают с драконовской культурой, там мы знаем эти все постройки, хотя эти постройки в действительности майя не принадлежат. Почему я так думаю? Потому что слово «майя» на санскрите означает «иллюзия». Обратное прочтение – «яма». Яма – это первый умерший на земле. Опять же, согласно индуистской, значит, мифологии. Поэтому получается, что, в принципе, майя – это те, которые были против смерти. А смерть нам, в общем-то, на землю, она искусственно внедрялась. Потому что мы знаем даже по такому источникам, как Библия, что сначала люди были бессмертные, говорили на одном языке, были богоподобными, говорили на одном языке и на одном наречии. И вот, опять же, вычисляя, кто же мог быть таким народом, который был первого, так сказать, первым народом на земле, и какой-то язык, вот я пришел опять к выводу, что это мог быть только русский народ. Но на сегодняшний день на первородность, так сказать, претендует несколько народов. Это и арийцы те же самые, и, значит, и евреи, и там из северных народов. Вот, ну и среди индейцев тоже, значит, есть такие претенденты. Но дело в том, что вот это легко доказывается, потому что на сегодняшний день самый сложный язык, который, в общем-то, включает максимальное число букв, является русский язык. До революции в нем было не 33, а 43 буквы, а до Кирилло-Мефодиевской реформы их было 151. 151 знак, это еще Гриневич показал, что это то количество букв, которые встречаются вообще на Земле. Ну и форма Кирилла и Мефодия заключалась в том, что они просто 108 букв, 108 это священное число, значит, они их просто выкинули, и вот осталось как раз 43 буквы, которые просуществовали вплоть до революции. Спрашивается, мог ли какой-нибудь более простой язык, например, тот же самый германский, в котором 29 букв, или тот же самый, значит, идиш, в котором 22 буквы, произойти, от него могли произойти языки с большим числом букв.